Всем привет, дорогие подписчики и зрители, вы на канале «Всяко разное из Китая», я вас приветствую. Сегодня распаковываем вот такую немаленькую посылочку, которая пришла мне с Китая, с магазина GearBest. По названию вы прочли, что здесь должен быть довольно интересный стабилизатор для видеосъемок, для смартфона. Упаковали в пергамент и барабанная дробь. Та-дам! Вот он. Поставляется стабилизатор у нас в оригинальной упаковочке. Ну, собственно, давайте что тянуть, распаковывать и смотреть на наш стабилизейшн. Открываем. Оп, коробка в коробке. Ух ты! А в коробочке, ребята, у нас находится вот такая красота. Вот такой шестигранничек маленький. Идет Register Your Product. Зарегистрируйте свой продукт. Инструкция у нас на английском языке полностью. Первым делом зарядное устройство. Вот такое вот необычное зарядное устройство. Вот с таким же необычным переходничком, то есть каким-то образом это все здесь собирается. Сейчас попробуем собрать. А зарядное устройство у нас идет на 13,5 вольт и 1 ампер. Батарея у нас составляет 800 мАч и 11 вольт. 11,1 вольт. Вот такая аккумуляторная батареечка небольшая. Идет вот стабилизейшн ринг, кольцо для балансировки. Итак, собственно, вот он наш стабилизатор. Он, в принципе, не тяжеленький. Сейчас вставим аккумуляторную батарейку. И я вам скажу на вес, как его легко держать в руке или не очень легко. Ну, батарейка вообще, в принципе, не дает веса. В общем-то, вес его, как заявляют производители, 350 грамм. Размер смартфона, который сюда можно установить, здесь вот таким образом, как две прищепочки, две клипсы, видите, вот так вот раздвигаются, сдвигаются, можно вставлять сюда смартфон. Но смартфон можно установить не более чем 5,5 дюймов. Это, конечно, вот небольшое ограничение, но, в принципе, большинство известных моделей к этим размерам подходит. Как заявляют производители, время работы нашего стабилизатора составляет около 2,5 часов. То есть вы взяли, включили и 2,5 часа можете производить съемку непрерывно. После того, как села батарейка, подключаете зарядку, и время до полного заряда нашего стабилизатора составляет всего лишь навсего 30 минут. По вращению у нас он идет двухосевой. Вот первая ось, вот вторая ось. Здесь на ручке у нас имеется вот такая резиновая заглушечка, куда вставляется зарядное устройство. Под указательный палец у нас имеется вот такой вот джойстик вниз, вверх. В руке лежит очень удобно. То есть, как видите, здесь как прямо рукоять пистолета. То есть, ну, реально очень удобно лежит в руке. iPhone 6 подходит по балансировке идеально. То есть, я его подвинул чуть-чуть к этой стороне. И, в принципе, вот теперь у нас золотая середина. Но если у вас смартфон какой-нибудь будет другой и понадобится балансировка, имеется вот этот, имеется кольцо. Ну, собственно, давайте его включим и посмотрим, что он нам покажет. Зажимаем кнопочку включения. Итак, стабилизатор мы включили. В принципе, он вроде бы как держит. Давайте проверим, насколько хорошо работают у нас оси. Первая ось у нас вверх-вниз. Вот таким образом. Ну, картинку, как вы видите, вроде бы держит. Теперь у нас вправо-влево. То есть это двухосевой стабилизатор, он больше рассчитан на то, чтобы стабилизировать при ходьбе, при беге. Также, как я вам показывал, имеется вот здесь джойстик. Этим джойстиком мы можем делать плавные переходики. Смотрите, нажимаем вниз. Оп. Вот так у нас начинает поворачиваться. Наверх. Можно делать красивые кадры. Далее, как заявляют производители, можно делать панорамную съемку. Для этого нам нужно зажать кнопочку и поставить смартфон вот таким образом. Немножко подержать, он должен подергаться, да, вот, подергался и перестал. И теперь после того, как мы будем нажимать эту кнопку, смотрите, что будет происходить. Нажимаем вниз. У нас происходит панорамная съемка, то есть по кругу. Бесконечное вот такое круговое движение, и также можно в другую сторону. Тоже довольно интересная функция. Для того, чтобы вернуться в обычный режим, зажимаем опять же, просто нажимаем на кнопочку включения-выключения, ставим наш смартфон как нам нужно, отпускаем. Оп, все, стабилизатор снова готов к бою. Ну что же, давайте пойдем протестируем и посмотрим, как он в действии.
итоге, что, какие впечатления у меня, да, остались об этом устройстве. Первое, хочу сказать, что я немножко разочарован. Даже не немножко, а очень сильно разочарован. По-моему, ну, видели сами по тесту. По-моему, в руке даже получается лучше видеосъемка, чем с помощью этого стабилизатора. Первый характерный минус – это сопровождение звуковые всякие, когда двигаются моторчики. Вот можете послушать. И, конечно, если вы снимаете все без петлички, все эти звуки записывает смартфон. Это устройство очень легко расстроит. Если вы снимаете в активном каком-то движении, то есть резко повернули, все, видите? О, все, Бобик сдох. Он начинает сходить с ума, что-то сам переворачивается, крутится, все, и отключается, видите? Чтобы вернуть его в первоначальное состояние, с левой стороны должна находиться вот эта часть. Нажимаем кнопку включения, раз, он стабилизируется. Но все равно, ребята, насколько у меня руки трясутся, но вот этот аппарат, по-моему, трясется еще больше. Вот видите, что он делает. Он живет своей жизнью, в общем-то, ну, не знаю. Вы сюда не установите уже экшн-камеру никаким образом, как я ни старался. В общем-то, как видите, во-первых, тут крепеж не подходит, болтается экшн-камера. Во-вторых, даже я подкладывал сюда бумажечку, чтобы она хоть как-то держалась. Но для работы стабилизатора нужна балансировка самого крепления. То есть крепление должно находиться в таком виде, когда установлено устройство. Но так как экшн-камера легенькая, никак не получается стабилизировать. То есть либо надо что-то колхозить сюда, какой-то противовес вешать, потому что вот это кольцо, которое шло в комплекте, оно никак не помогает. По функционалу, ну тут никакого функционала, то есть вверх-вниз, я разочарован, честно говоря. Я ожидал от этого устройства больше. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Если вы захотите приобрести этот стабилизатор, ссылочка будет под видео. Кстати, под видео будет также купон, который дает скидку на покупку в размере 500 рублей. То есть это устройство стоит у них 5500, этот стабилизатор вам обойдется в 5000. Плюс на Gearbest сейчас проводится акция, там очень большие распродажи, поэтому вся информация будет под видео. Будет интересно, переходите, посмотрите. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки видео. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.